Всем привет! В этом видео разберем вопрос из серии «Расскажите, как это работает». А именно, как сделать умение, требующее расходуемый предмет, относительно легко. Например, выстрел из подствольного гранатомета, требующий гранат. Меня время от времени упрекают, что я мало рассказываю про плагины. Но вот сегодня я рассмотрю плагин, которым сама пользуюсь. Плагин правопреемников Yanfly. Чтобы его получить, нужно отправиться на сайт автора, выбрать пробный проект, затем шмакнуть «нет, спасибо» и перейти к бесплатному скачиванию. Обратите внимание, в папке с проектом будут два файла лицензии на сет иконок и, собственно, на продукцию с плагинами. Прочтите их очень внимательно. Иконки только для некоммерческого использования, плагины для любого. Сегодня нам понадобится ровно два плагина из проекта. Я копирую их в свой учебный проект. Первый плагин – Core Engine, ядро движка. Индекс 0, значит, он должен располагаться над остальными файлами того же автора. Второй плагин – Skills State Score, ядро состояний умений. Оно будет отвечать за настройки работы навыков. Остается подключить их в плагинах конкретного проекта. В первом плагине в настройках я отключаю автозапуск программы мониторинга. Лично мне не нравится, когда что-то еще выскакивает на экран. И второе, я отключаю автозапуск общего события на старте игры, потому как сейчас мне это не нужно. А если забыть, потом будешь думать, откуда это вылезло? Начинай подготовительные действия. Создаем предмет, который послужит расходником. Важно запомнить номер предмета в базе данных. Это нам еще пригодится. Выставляем предмету следующие характеристики. Непотребляемые. Доступно никогда. Никогда вас устроит? Область действия нет. С предметом мы разобрались. В редакции подобного плагина для МВ, когда не было таких развернутых настроек внутри каждого плагина, нам еще нужно было бы прописать в заметке, что этот предмет относится к типу расходников такому-то. Теперь все намного и сложнее, и проще, тут как посмотреть. Вторым шагом создаем умение. Оно может быть любым. В нашем случае это бьющие по всем противникам умения, без дополнительных эффектов. Самая важная деталь, в блоке заметок, здесь, мы добавляем то, что укажет плагину, сколько и чего нужно для активации этого умения. Граната кост 1. Да, я проверила, есть ли языковая разница. Как видите, нет. Даже название предмета не имеет значения. Только его номер. Так что я крайне рекомендую для единообразия и во избежание глюков у тех, у кого нет кириллической кодировки, использовать в коде английский. Вот теперь самое интересное. Именно редактирование плагина. Идем в настройки плагинов. Нам понадобится Skill State Core. В нем нам интересна строка Skill Cost Types. Типы стоимости навыков. И тут перечислены все типы, которые доступны. По умолчанию это предмет, зелье, здоровье, мана и очки, которые игрок набирает в бою. Нас интересует именно строчка с зельем. Копируем ее и начинаем подгонять под свои нужды. У нас это не зелье, а совсем даже граната. И номер у нее в базе данных 40. Именно это мы и должны изменить в скопированной строчке. Отчего-то у автора плагина в теле скриптов слово «зелье» написано заглавными буквами. Не проверяла, насколько это принципиально и насколько сам скрипт чувствителен к регистру. Но на всякий случай тоже вписала слово «граната» капсом. Изменения следующие. Имя. Понятно, граната. Вот здесь можно использовать английский. И тогда там
в угловатых скобочках тоже нужно будет использовать английский. И более подходящую иконку заодно. Далее строчка «Расчет стоимости». Там беззастенчиво меняем слово «зелье» на слово «граната» капсом, опять же. Везде, где встречается по тексту, сохраняя все остальные значки и пробелы. Далее строка, отвечающая за проверку наличия предмета у игрока. Тут изменения вносим в строку const item, знак доллара, data items в квадратных скобках 40. Собственно, меняем номер в квадратных скобках, подставляя тот, который соответствует гранате. В следующей строчке то же самое действие. В следующей строчке ничего не меняем. Потом опять подставляем номер предмета. В последних трех также номер предмета. Связь между предметом и умением создана. Теперь берем нашего персонажа. Добавляем ему возможность использовать категорию, к которой относится умение. И добавляем само умение. Остается перейти к тесту. Плагины в МЗ стали гораздо более функциональными. Почему я не люблю делать обзоры на плагины? Потому что не я их написала. Все плюшки и аплодисменты за плагины должны получать авторы, а не обзорщики. У меня на очереди несколько интересных, комплексных, сложных и захватывающих плагинов, один из которых наш, отечественный. Так и чешутся руки. Жаль, в сутках так мало часов, а задач слишком много. Если обзоры плагинов вас заинтересовали, покажите мне это лайками и комментариями. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, жмите свинку на пятачок. До новых встреч!